Всем привет, меня зовут Маша, и вы на моем канале Гардиния Home Textile. Это видео такое знакомство. Раньше я загружала на свой канал видео, которое полностью просто дублировала с Instagram и не прикладывала особо никаких усилий по поводу обработки, формата. Ну, в общем, я все хотела начать YouTube-канал, но никак у меня не доходили руки. И вот сегодня настал этот день, я записываю свое первое видео в формате YouTube. Для меня это очень необычно. Что хочу рассказать о себе. Я работаю дома, шью шторы в основном, ну и также весь домашний текстиль. На своем канале буду делиться опытом пошива, всякими швейными лайфхаками, приспособлением и всем другим. Еще я хочу, ну, почему я записываю это видео сегодня, в понедельник, потому что планирую каждый понедельник выпускать видео-блог, который будет называться «Неделя шьющего человека». Как-то подсмотрела эту идею у одного блогера, и мне очень-очень понравилось, чтобы в одном видео формировать маленькие кусочки, фрагменты из всей недели, то, что происходило у меня в швейном, ну и также в личной жизни, можно так сказать. Так что оставайтесь со мной, надеюсь, вам будет интересно. Ну и по традиции, как, так сказать, все говорят в YouTube, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео, и ставьте лайки. Приятно будет с вами пообщаться в комментариях. Ну и до новых встреч!